хорошо знакомы есть они в каждом офисе и доме. Их повстречаешь на улице и в школе, с ними столкнешься даже в чистом поле. Зайди в маршрутку, спустись в метро, там ты увидишь их полным-полно. С каждым днем их больше и больше, а сами они становятся тоньше. Гаджеты заполонили все, гаджеты. И ни я, ни ты уже не мыслим жизни без них. Надо же, мы как будто заражены, на иголку посажены девайсов своих. Знаете, это уже не смешно, смартфоны смотрят словно в окно. Дальний стал ближним, а ближний как дальний. Может конец быть очень печальный. Думаешь, если встал на гироскутер, ты уже крут, ты уже супер. Только говорят, что в ногах правды нет. Сел бы ты лучше на велосипед. Гаджеты заполонили все, гаджеты. И ни я, ни ты уже не мыслим жизни без них. Надо же, мы как будто заражены, на иголку посажены девайсов своих. Другу пришел я поиграть в футбол, а он уткнулся в новенький айфон. Посмотри, как классно играю. Да, сегодня я не погуляю. Все чаще вокруг уже говорят, что скоро нас тоже видоизменят. Прежних гаджетов больше не будет, гаджетами станут сами люди. И гаджеты заполонили все, гаджеты. И ни я, ни ты уже не мыслим жизни без них. Надо же, мы как будто заражены, на иголку посажены девайсов своих. Гаджеты заполонили все, гаджеты. И ни я, ни ты уже не мыслим жизни без них. Надо же, мы как будто заражены, на иголку посажены девайсов своих.